Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео, созданное в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я только рассказываю, где зарабатываю, куда лично инвестирую, ни в коем случае никогда никого ни к чему не принуждаю, ничего не рекламирую, всегда рассказываю то, что есть риски. Вот, если вы хотите быть в курсе всех новых проектов, потому что я максимально в топовых проектах всегда со старта, рекомендую подписаться на мой новостной телеграм-канал. Там будут выходить и криптовалюта, и всякие новости, и если без вложений что-то. Все самое интересное я публиковать буду на телеграм-канал. Он на английском, ссылочка в описании. Итак, начинаю. Green Agro. Прошу посмотреть ролик внимательно и до конца, если вам интересно зарабатывать. И зарабатывать тут можно, друзья, от 500 баксов в сутки, 500 долларов в сутки и тире выше. Выше. Вплоть до бесконечности. Тут можно зарабатывать столько, что хватит, вот, ну, на любые нужды хватит. Захотел там, каждый день можешь обедать в ресторане. Захотел там куда-то там путешествовать. Захотел на чем-то покататься, пожалуйста. Вот все свои мечты, вот, которые у вас были, все можно исполнить. Только, пожалуйста, смотрите все внимательно, слушайте каждое слово. Я буду все говорить вот по-честному, без воды. Сейчас я вам покажу, сколько я заработал. Я только начал, уже 130 долларов за пару дней, это уже неплохо. Я напоминаю то, что я только-только начал зарабатывать. Зарабатывать можно тут как на инвестициях, так и на партнерской программе, кстати, даже без вложений. У кого не получается с партнером, могу подсказать небольшой лайфхак. Можно на свою реферальную ссылочку покупать рекламу. Ну а при этом вы тоже должны понимать, то, что тут есть риски, но если проект будет работать вот по моим меркам это минимум месяц. Если так все будет, конечно, маловероятно. Там взлом DDoS, тут администрация, ну, на высоком уровне. Добавились языки. Еще раз пробежимся по статистике. Видели, я на главной показывал, количество участников перевалило за 10 тысяч. В общем, все на высоком уровне. И если будет проект работать месяц, и вы рекламу будете покупать качественную на свою рефсылку, вот, будете все анализировать, то вы можете сделать иксы, даже если покупать рекламу. Я этим тоже буду тут заниматься, планирую в скором времени начать немножечко со своих доходов, покупать даже рекламу, реинвестировать, усиливаться. Я начинал вообще с небольших сумм, всего с 10 долларов я начал, я уже вышел на хороший доход. Вот, причем оборот структуры тут делать легко. Вы пригласили двух человек, они приглашают, потому что в этом проекте будут, я думаю, то, что все. Администрация очень топовая, и если кого-то нет в проекте, ну, я считаю то, что вы, может, месяц, может, два будете просто смотреть, как другие зарабатывают такие суммы. И смотрите, одного человека вы всего пригласили за 1000 баксов, если он делает каждый день реинвесты, это 60 долларов вам капает с ревки. Он будет делать реинвесты, потому что проект платит, и он даже захочет потом усилиться, это уже будет там и 100 долларов с ревки. А 10 таких человек, это 1000 баксов в день. За месяц, друзья, это 30 тысяч баксов. Причем это не учитывая геометрической прогрессии. С геометрической прогрессией это там и 100, и 200, и там просто купить можно несколько яхт, несколько машин, несколько самолетов, самолеты своим друзьям. Ну, короче, тут будет все. Вот. Главное нам верить, то, чтобы этот проект работал больше месяца, и у меня очень большие на него надежды, и поэтому я буду выводить, я буду еще сюда заходить. Я вчера на 15 долларов депозит, сейчас я буду заходить уже на 20 долларов. Выплаты, посмотрите, как выплаты прилетают, сразу же прилетают. В проект проинвестировано уже более 1 миллиона долларов, причем админ никому никакой рекламы не платил. Сюда все люди сами заходили. Сами максимально заходят сюда, на свои заходят деньги, все лидеры, все блогеры, все абсолютно заходят на свои. Этот проект, я считаю, невозможно пропускать, конечно, его можно пропустить, вот, я как говорил, я ни в коем случае ничего не рекламирую, не принуждаю. Его можно пропустить, и можно как бы в проекте потерять при рисках, а можно потерять то, что упустить возможность. И поверьте, в проекте можно потерять сумму депозита, а если упустить возможность, можно потерять там сотни, а то и миллионы долларов даже. Вот, это проект просто сумасшедший, я это говорю серьезно, даже без юмора, то, что тут можно заработать, там даже до миллиона долларов можно заработать. И я это не говорю абсолютно серьезно, еще раз говорю, был человек в чате, который показывал, как зарабатывал по 2500 долларов, каждый день, чисто на реферальной программе. Посчитайте, сколько это будет за месяц.
Вы просто посчитайте, причем, что это постоянно растет сумма. Сумма постоянно растет. Денежка, видим, пришла. Вот, отлично, я захожу на новый депозит. Я захожу, я открываю свой депозит. Просто вот вдумайтесь, просто сколько можно зарабатывать, и вы просто, ну, поймете, то, что вот один человек, вот, что он дальше делал? Дальше он, то, что получил с партнерской программы, он дальше начал закидывать проект. Люди зашли на свои деньги, я вам рассказываю, как лидеры. Они заработали большие суммы с реферальной программы и закидывают его обратно в проект. Вот настолько люди верят в этот проект, настолько верят, настолько он легендарный. Вот настолько легендарный проект. И тут все заходят, некоторые, конечно, не заходят, но пускай не заходят, и как бы нам еще и лучше. Пускай не заходят, пускай тот, кто не заходит, тот пускай не заходит. Вот, я считаю, что это еще и лучше. Пускай они потом заходят, вот, когда они увидят, вот, мы тут и без них как бы заработаем. Вот, пускай они не заходят, раз они не хотят, что-то им не нравится, пускай это даже и хорошо очень. Вот, сейчас должен отработать у меня этот... транзакция, сейчас у меня новый депозит, эти у меня депозиты, время не обращайте внимания, тут уже будет писаться 18, хотя сегодня 17, тут другой часовой пояс, я еще смело зашел, вот, еще на $20, завтра буду на 25 заходить, в общем, у меня пока что такая стратегия, смотрите, я захожу на 25, потом на 30, 35, 40, 45, 50, каждый день я буду увеличивать на $5 депозит, и через, когда у меня будет $50 уже, когда вот будет у меня полтинник, я уже буду, ну, без рисков, то есть заходить. Я там 55 заработал, к примеру, и допустим, я 55 опять вложил. Дальше я следующий день уже заработал там 60 с половиной, получается, там, или сколько там, 55 плюс 10, это там у меня будет где-то там плюс 10%, там что-то в районе этого. Я закинул $60 потом. Ну, потом я даже небольшой плюс по чуть-чуть буду отлаживать, и постоянно вот так оно у меня будет расти. Все это в геометрической прогрессии, соответственно. Вот, давайте посмотрим, сколько сейчас можно сюда инвестировать. Честно, я бы не рекомендовал бы пока что, ну, там, инвестировать больше, там, $3000. Вот, потому что, ну, пока что проект на стадии развития, он свежий. Вот, это, конечно, я могу ошибаться, то есть у каждого свои возможности, но я увидел, вот, надо смотреть на людей, как люди, вот. Вот сейчас, вот, пока что, ну, люди не закидывают. Там, 3, там, тысячи баксов, ну, там, 2, 3, вот, кто-то заходит, там, на $150. Ну, я думаю, то, что сейчас оптимальные депозиты такие небольшие, я смотрю, там, 2-3 тысячи баксов. И при этом уже проинвестировано лям 200. То есть, смотрите, ну... Если тут будет еще дня 3, 4, 5, то я думаю, что люди будут заходить там на $50,000, там на $100,000 спокойно. Через недельки 2-3 тут люди будут заходить на 1 миллион, там 2-3 миллиона, там иностранцы будут заходить там 5-10 миллионов спокойно. Потому что в Брикс Трейдер заходили люди там, ну, миллион, там это был средний депозит, как бы там все заходили на 4-й тариф от $300,000. Поэтому как бы заходить на несколько миллионов, это как бы нормально для таких проектов будет. Если я не ошибаюсь, в проект похожий был летом, так было проинвестировано что-то $160 миллионов. Я думаю, тут несколько миллиардов даже будет, если он будет работать. Верим в проект, не забываем о рисках. Все, что я говорил, ни в коем случае не реклама, никакая не рекомендация. Видео создано чисто, в исключительно в ознакомительных целях, чисто для информации. Вот, я ни в коем случае ничего не рекламирую, как говорил, решение каждый принимает сам, риски есть, можно как заработать, так и потерять, происходят всякие форс-мажорные обстоятельства и так далее. Вот, я сам рискую, конечно, я сам тоже рискую, то, что я буду вкладывать в рекламу свои средства, ну, которые, конечно, тут заработаны уже с партнерской программой. Можно, стратегий много, можно, допустим, $1000 сюда закинуть, там, 1100 заработали, к примеру, там, 1000, потом... $1500 на следующий день. Заработали там с этой полторушки. На следующий день $2000. Потом 2,5, потом 3, потом 5, потом 5,5, 6, 6,5, 7. То есть стратегий тут очень много. Вот с этими стратегиями, сложными процентами, они, конечно, менее рисковые стратегии, чем если ты, допустим, закинул $1000, на следующий день там 900, 800. Вот, есть такие люди, которые закидывают большую сумму на старте, потом по чуть-чуть меньше начинают закидывать.
Есть люди, которые более рисковые стратегии применяют. Ну, как бы, по моему мнению, проект будет работать больше месяца. Я как бы думаю, все на это ставки есть. Ну, все прям аргументы вот есть, вот прям железные аргументы, потому что его прошлые проекты этого админа всегда работали, ну, почти месяц. Причем там даже проценты были повыше. Тут сделано все грамотно. Кстати, по баунти мне программе начисляются, как видите, всего тут по $2. И не важно, сколько подписчиков и просмотров. Я заметил, тут всем блогерам почти по $2 начисляются баунти. Средства максимально тут экономят. Сделано все по уму. Я думаю, проект, ну, месяц должен работать. Это как минимум. А хотим, конечно же, чтобы и летом тут зарабатывали. Вот, это как бы, ну вот, смотрите, по баунти, видите, все сделано по уму, максимально все грамотно сделано, никто никому лишнего цента не дает, вот, и при этом то, что такие суммы сюда проинвестировали, вот, это очень хорошо, это влияет на еще один плюс во время долгой работы проекта. Я не расстроился, то, что мне по баунти так начисляется, это хорошо, мне главное, чтобы долго работал проект, я тут заработаю гораздо больше. Так, у нас есть тут безопасность, у нас есть еще, вам хотел показать одну интересную фишку. Когда мы нажимаем выплаты, то тоже такая система сделана хитрая, чтобы вы не постоянно много не выводили. Это тоже еще один плюс в долгую работу проекта. Если вы, допустим, заказываете, вот, к примеру, вот, ну, на, к примеру, на TRC-20 заказываете $100, то вам приходит 98,5 баксов. То есть, ну, скажите, есть, например, толк заказывать по 10 баксов? Конечно же, 10 баксов заказывать это глупо, но я так по мелочи сегодня заказал, проверить выплаты. Конечно, люди будут копить, заказать хотя бы там 500 баксов, чтобы уже, ну, не тратить постоянно комиссию. Это еще один большой плюс. Так что я говорю, тут люди, то, что зарабатывают с ревки, идут обратно, закидывают в депозит. Люди просто вот сильно верят в этот проект. Вот, не забывайте о рисках, побольше вам профита, ну и до новых встреч.